Ребята, Всем привет! Мы сегодня идем на площадку вниз. Да, сегодня последний день, можно сказать, мирного отпуска. Завтра в школу. Утром. Сегодня погода замечательная для нас, потому что у нас было 3 месяца, почти 3 месяца жары. Мы не выходили никуда из дома. Поэтому у нас очень мало видео мы сняли. А сегодня, смотрите, какая пасмурная погодка. Сейчас время... Начало 10-го. Солнышко уже стало выходить. Но мы идем на площадку. Мы идем в первый раз туда с Милой. Вернее, мы были там, когда она была маленькая. Мы идем на площадку. Да. Там песочек. Мира там, Мила, вернее, там еще не играла с песочком, потому что она у нас все берет в рот. Мы уже подходим. В нашем садике курочки, петушки. Ой, в нашем садике, на площадке. Завтра у нас Мира идет в школу, первый раз, в первый класс. Завтра у нас какой? 5 сентября. В Турции немножко попозже. Это я пошла вчера узнать, какого цвета у меня класс. Он зеленый, и через полчаса обратно вернулась. Мне еще кто-то сказал, не надо было с рюкзаком приходить. Да. Вот наши красавицы. Сейчас Мила будет кушать камни, песок. Она это любит. Сейчас раннее-раннее утро. Девочки решили погоняться за курочками. Видите, в нашем парке курочки даже есть. Мила за курочками. Мира туда. У нас зимой горки горячие. А вернее, они не съезжают, а летом на них невозможно съехать, а зимой они бьются током. Мила у нас не захотела играться в парке. Еще сейчас солнце вышло, очень жарко стало. Поэтому мы ходим по травкам. Такие парки у нас здесь. Вот смотрите, мы пришли в парк на качельки и поиграть в песочек. За пакетом гоняться интересней, чем кататься на качелях и скатываться с горок. Что, что, что? Я поняла, в чем наша проблема. Мила боится песка. Да, она боится песка. Мы когда на пляж ездим, она там тоже постоянно орет. Смотрите, как она прям как по струночке. Мирочка наша сладко играет там. Иди, Мила. Иди, не бойся, иди давай. Шажочки делаем. Боже. А Мира, когда была маленькая, она прям орала от песка. Вот видите, здесь такие парки ужасные. Ну, не ужасные, просто люди ужасные. Оставляют вот это вот пакеты. Хотя, видите, здесь мусорка и там. О, Мила опять у нас, да, она любит вот это дело. Бутылки из-под пива. И там еще пакеты, вот видите, чипсы. То есть, хорошо, я вижу. А, здесь дырка, я не видела, что здесь дырка. Представляете, доски не хватает. А Мила у нас как уборщица. Пришла не поиграть, она пришла убирать. Она собирает все вот эти пакеты, пробки и так далее. Это кошмар, конечно. И причем жандарма не гоняют людей. Тут очень часто сидят. Вот там, видите, один спит. Вот там, если вам видно. То есть не гоняют. Тут люди сидят, курят, пиво пьют. И их не поднимают. Хотя здесь рядом дети же. Так что... Но, в принципе, все прекрасно здесь. Да. Немножко стала знакомиться с песком Мила у нас. Вчера Мира пришла в школу. И с рюкзаком. Причем сказали в 10 утра. И она пришла как порядочная, в школьной форме. А ей директор сказал, а что ты с рюкзаком пришла? Она ушла, через 20 минут пришла домой. То есть там не было ни уроков, ни учителя, никого. Вот послезавтра она идет в школу.
на полчаса, потом на час, и с понедельника уже начнутся уроки у них с 8:30 до 2:30. Представляете, смотрите, какая туча. Ла-ла-ла-ла. Такие у нас игры. Мила на камне сидит, Мира на песке. И играем. Чашечка. Вот так весело у нас здесь. Такие попытки встать на песочек. Но страшно. Я выкопала камень. Да ладно. Да, там очень жестко. Так, Мира, не копай больше. Вот видите, машина стоит. Вот что она стоит, и там какой-то мужик стоит, смотрит на детей. Вот что ты хочешь, да? А здесь сейчас... Тут еще одна девочка пришла. Всем пока-пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. Пока-пока. Всем пока.